Почти 100 тысяч новосибирцев вышли на субботник. В эти выходные собрали около 3000 тонн мусора. Добрая традиция проводить субботник в нашем городе 2 раза в год, весной и осенью. Сейчас в едином порыве мы шли, чтобы убрать территорию. Профильные департаменты много внимания уделяют тому, чтобы навести порядок в нашем городе. И это важно, но не менее важно, что тысячи и тысячи новосибирцев по зову сердца сами участвуют в этой работе. Высаживают деревья, цветы, организации помогают строить нам скверы. И вот эта наша совместная работа позволит наш город делать более комфортным и привлекательным. Больше всего горожан, 9500 человек, навели порядок в Ленинском районе Новосибирска. На берегу котлована на юго-западном жилмассиве, на территории рядом с озером Медвежьим и на карьере на лесоперевалке. Сотни людей, волонтеры и представители мэрии Новосибирска убрали листву и в парке «Арена». Волонтерство – это вообще очень важно в наше время. Оно очень хорошо развито, мы рады, что в наше время это так продвигают. Мы рады помогать нашему городу трудиться во всяких разных мероприятиях. В том числе помогать очищать.